Следите, чтобы кисти рук описывали круг равномерно, по мере того, как бедра двигаются из стороны в сторону. Из стороны в сторону. И еще раз. И еще раз. Одна рука к виску, вторая в сторону. Помните, что это настолько же танец, насколько и упражнение. Одна к виску, другая в сторону. Из стороны в сторону. Из стороны в сторону. Теперь начинаем плавные движения снизу вверх. Снизу вверх. Снизу вверх. Мы сейчас сделаем отличное упражнение для рук. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Это упражнение оказывает наибольшее воздействие на трицепсы. А теперь сменим движение из стороны в сторону. Из стороны в сторону. Одна ладонь тянется в другую. Бедра тоже двигаются из стороны в сторону, из стороны в сторону. Снова сменим движение. Одна рука вверх, в сторону, перед собой. Вверх, в сторону, перед собой. Это движение рассчитано на бицепсы и трицепсы. А теперь одну руку заводим вверх и за голову, другую перед собой и вверх, к плечу. И в стороны. За голову, перед собой и в стороны. Заводим обе руки за головой и под головой, как бы обрамляя лицо руками. Начинаем волнообразные движения руками из стороны в сторону, из стороны в сторону. Почувствуйте легкое сопротивление. Thank you.
разводим руки в стороны и продолжаем волнообразные движения вверх и вверх. Движение идет от плеча к локтю, к запястью, заканчиваясь пальцами. Почувствуйте легкое сопротивление двигающимся рукам, как будто ваши руки движутся в воде. Двигаемся вместе с бедрами. А теперь прибавим потягивание из стороны в сторону, из стороны в сторону. Почувствуйте, как растягиваются мышцы верхней части спины. Руки в египетской позе ладонями вверх. Начинаем движение грудной клеткой из стороны в сторону. Стараемся держать верхнюю часть тела ровно, при этом работаем грудной клеткой из стороны в сторону. Из стороны в сторону. Сохраняя локти параллельно плечам, вы заставляете работать бицепсы и трицепсы. А за счет изгиба рук в запястье вы также напрягаете мышцы предплечья. Опускаем руки в египетской позе ладонями вниз. Продолжаем движение грудной клеткой вперед, назад, вперед, назад. Старайтесь держать нижнюю часть тела неподвижной, двигая только грудной клеткой. Старайтесь держать запястья напряженными и неподвижными. А теперь сменим позицию. Руки на поясе. Продолжаем двигать грудной клеткой. Вперед, назад. Вперед, назад.